Я всех раскидал, а тебя не добил. А у меня опять исчезло. У медалиста все нормально, у меня. Воздух летает. Игра подкручивает ему. Да блин! А у меня вообще не было оружия. Я такой, ну и ладно. Опять исчезло, Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Мехакер, с вами Агиман и с вами Медалисты. Добро пожаловать сегодня в Stick Fight The Game. Всем привет. Здорово. Наша задача набить друг другу лица, выжить и одержать победу. Смотри, что получится. Будем начинать. Погнали. Полетели. Это Stick Fight, и мы воюем только оружием, не используя его, можем им только кидаться. Кидаемся стволами, вот уже кому-то в голову прилетело. Что я сделал? Я попал, Гиман, тут тебе? Нет, так. Нет, я уклонился. Попал! Вау, на что нахуй. Происходит? Что за фигня? Ах, ты подлец! Кулаками тоже можно драться, поэтому очку сейчас красный. Бля, вот, стрелял! Вот я случайно... Начал стрелять. Никто просто, понимаешь? Никто случайно не стрелял, а Димон начал случайно стрелять. Ну я начал... На тебе, красный хмырь, хотел меня взять, а взяли тебя по итогу. Так а что, Димон, я умер давно. Какой Димон? Да, это не Димон. Помимо Stick Fight, сегодня я выпустил ролик, где я с дерзким медалистом и Агиманом поехали в три необычных отеля. Этот ролик вышел на моем втором канале, который называется Гаврилов. Ролик получился очень смешной, и таких отелей ты точно не видел. После просмотра Stick Fight советую посмотреть ролик на втором канале, ссылку на него я оставлю под видео. Продолжаем. Ой, я там драка за оружие. Я залетаю с двух... Ну, сейчас вылетаю, понял. Все, опять я помер, я какой-то доходяга, ребята. А, я так сдох, я споткнулся и погиб. Фига там копии летают. Ах ты ж. Как будто пока что эта игра создана для меня. Пока что... Да блин, меня убили, я даже не понимаю, откуда меня летит. Зеленым подкручивает игра, походу. Да, так попал, но просто не убил. Красный победил, да? А ты потом разнес меня с одного выстрела. Он живой! Я живой. Ты офигел? Ах ты ж. Вот теперь не живой. Нет, давай дружить, а? Слышишь? На тебя в обратку эти ящики. О, нет! Дядь Дым! Дядь Дым, не то делаешь! Да где ты? Да ствол просрали! Тут очень сложно соображать в моменте, когда ты кинул. Да! Капец, закусились! Да, блядь! Сломали все! Выше! Ломалы. О, победа! Я же ударил его! Не ударил. Я ударил его! А он не ударился, знает, мне нужен ствол. Мне не нужен ствол. Мне нужен ствол. Ты что делаешь, блядь? Ну что, сломали всё? Нет, не заживало! Ты извиняюсь. Я, извини, у меня одна половина мозга работает. Да потом нет, я стреляю в них. Чего? Можешь не стрелять? У меня текстуры исчезли. Блин. Еще и ударили? Вы у меня просто в небе деретесь. Ты чё стреляешь? Нет, да не хочу, я хочу бить в тебя. Я тебя хочу. О, я умер. Я в тебя хочу, да. Не то, извиняюсь. Да вы ломаете все! У меня все исчезло. Выше! Да! Дим, блядь, Дим, ну ты совсем что ли успокойся? А чё, мы не деремся? В них. Нет, мы же друзья, блядь. Ну так уйди. Я в них хотел. Отойди. Ой. Я не понял, почему вы с тобой друзья. Просто толкнул меня в спину, блядь. Хреновые друзья. Я забыл, что в такие моменты надо дружить. Блять, просто застрелил меня. Да я хотел ударить кулаком, а он подобрался у меня. Это фиаско. Стреляется. Да, стреляй, конечно. Застрели его в голову. Да, я не так долго живу. Там квантум замес. Он застрелил меня! Или нет? По-моему, я просто прошел. Нет, я кинул. Ядрить, мне дробовик с одного удара вынес. Вот так хряк. А, ну полежу, отдохну, ничего страшного. Окей, договорились, да? Дай ствол! Да в смысле? Да. Дайте я мне ствол! Я тебе кинул ствол, ты же просил. У меня две победы всего! Пошли нафиг! Нафиг! Ну все, я поиграл. Ну я же тебя побил сильно! Ты лежал трупиком и лежал бы дальше, не двигался там. Я всех раскидал, а тебя не добил. А у меня опять исчезло! У медалиста все нормально, у меня! Воздух летает. Бля, игра подкручивает ему. Да блин! Вообще. Что это за бесконтактный бой, я не понимаю. Все, побил. А у меня вообще не было оружия. Я такой, ну и ладно. Опять исчезло! Я только кидать собрался в тебя! Медалиста с Квантумом семейный доступ, походу. В смысле, какой семейный доступ? Разлагает Димон. Блядь! Кто стреляет? Это не стреляет, это ты стрелял, дурачок. Ну ладно. Я стрелял. Я тебе говорю, у нас у всех кора мозга работает, ну так, блядь. Вроде да, но вроде нет. А, я отлетел.
Хорош. А меня просто выкинуло нормально. Так у меня фуловое здоровье было, ты меня с одного удара вынесло. Где ты вообще тут здоровье увидел? Я не знаю, где он здоровье увидел. Меня никто не бил. Какой я умный. А, блядь. Да вот, блядь. Миша, твой враг позади, бей ему. Че, это мой враг, это мой друг. Ну давайте так играть. Это всего еще твой друг, ну дружи, давай. Да у меня всего 5 побед, а у тебя 6 вообще-то. Всего 5 друзей у тебя контубец было. Я вообще не знаю, сколько у меня побед. Лазер. Ну вот этот уровень самый подходящий, кстати. Я все еще с вами, уже нет. Я просто буду драться. А, меня сожгло. Да, трактор на ноге, я заблю. Да, победа. Как? Драка. Ого! Да, драка, ты убежал, блядь, вперед, драка. Что такое драка у тебя, контумент? Убежал вперед, драка, блядь. А что ты смотришь? Не получит. О, читерский нож, вы боты, блядь. У вас в натуре мозг отключился. А я его подобрал даже. На. Чем он меня ударил, я вообще не понял. Это был волшебный пендаль. А где мы тут, если что, ну, типа, вместе. Вместе, дурак, мы дружили с тобой. Ну и ладно. А чё я получил? У меня урон прошёл. Оно исчезло. А Геман живет спокойно. Вообще хорошо. Я дал Диме разобраться по-честному. По-честному. Пошел меня слабого добивать. А сейчас по-честному, он уже слабый, ты его бить сейчас будешь, да? Конечно. Блядь, я... Слышь, а если я здесь буду, то ты тоже напишешь гнида? Да я сейчас тебя сам отфигачу, думаешь. Так просто держать очко, Димон. Нахуй выкинуть. Побил меня. Сейчас умер. А так, если не согласен? Что? Как? Как? Что произошло? Это аймбот, дядь Миш, я видел. Это читы, блядь. Это читы, нафиг. Типа, если бы ты меня так убил, я бы душнил. О! Я в него оружием уже попал и в одного, и в другого. Они все равно живы. В меня ты не попадал, блядь. Я прилягу, короче. А чё ты, блядь, пришел драться и убегаешь? Я вывел тебя в более подходящую русло. Ага, всё, ну я лягу. Почему мы его взяли? Да, блядь. Ой, я просто упал. Я не знаю, я какое-то говно прямо. Я просто тонул. Угу. Вот бы оружие заспавнило. В рот. Угу. Сейчас он один раз меня ударит, я сдохну, смотри. Да там Алгемана осталось на донышке. Я его побить не могу, видишь, он меня уже два раза ударил. Я не могу его ударить, прикинь. Я просто в квадро занимался, бля. Ага, сосать сосадку. Куда вот оно так в тебе? Я постоянно путаю, что я не красный. А, да? Да, и у меня постоянно думаешь, что за красного играю. Думаю, ебой, блядь. Еще поди не выстрели ни в кого. Ой, молодец, Квант. Квантовец выкинул для безопасности окружающих. Пошел в жопу! На! Палкой в рот! Кто агрессор такой? Яростный. А я по всем прошел, типа. Это жесть. А чё, мы Квантунца сразу смели? Не-не, он в кустах прячется. А ты чё сам стоишь и меня пальстяки делает? А, я отлетел. Так, теперь ваша драка. Мы по парам. А ты в курсе, его бить не могу? Пойди побей его. Я с ним не буду драться. Квантумец, это чё за очко у тебя начало? Он чит раз. Видишь, я его луплю, ему пофигу. А, ну я просто упал. А я не понимаю, почему. Я просто сдох. Да ты видел, он... Пошел ты. Чего он сделал? Он кинул в тебя, там все чисто было. Я зеленого, я с кем угодно готов драться, кроме... О, базуку сейчас вам дам. Все, я опять помер. Я тут додик просто конченый. Да? Я думал, вкусные меня спасут. Ты боишься всех один на один, да, когда драка начинается? А в толпе, когда смотри, хорошо. О, какое месиво пошло. Ух, я в кого-то... Что, Блять, по беспределу ударили, блядь. Да чё, блядь, откуда у него там же эти кирпичики, сука? На уме вывез, просто плюс айки ему. Бля, а вы чё там словили, пресс качаете, девочки? Сосала! Лохан, да пошел ты нафиг! А, нормально, все, хорошо. Ты в полете мне с двух ног дал! Я ж так не боюсь, что я в полете бью! Я ж не долетел, блядь! Московское дерби, давайте кто кого. Да что-то я жделей выгреба. Да в смысле? Я не могу его ударить, я не понимаю. Я всех побил, кроме этого. Всех вывез. Всех жделей раздал.
Да, понятно, как ты звездюлей раздал. Не так, я воздух стрелял. На тебе вот нафиг, в печень. Что, думаешь, бесконечный, что ли? Ты меня стрелял? Ну, случайно. Синяя хмурая рачосина. Ты чё, стреляешь? Ну, случайно. Слишком много случайностей, блядь. Просто, блядь, не деремся. Я предлагаю сейчас использовать оружие. Чисто используем все, как и раньше. Согласны? Да, да, да. Хреновое предложение. Все нормально. Да, блядь, ты живись там желтой крыси, ты что, Все, занимались херней, пора стреляться. Миша, твой враг сзади. И я. Да не мой он враг. Понял. Да твой он враг. Я не враг, я друг. Он наш враг. Я за... Охренеть. Не ожидал такой радости. А что я, блядь, сквозь... Он меня сквозь эту прокинул. Я как должен жить вообще? Вот как ты хочешь. Живи и вертись. Что-то вообще оружие мне нифига не помогает. А, я же желтый, блядь, я не желтый, точнее, я зеленый. Ты зеленый. Я не могу привыкнуть, что я зеленого, я просто упал. Ядрите. Вы что, пацаны, я подкручиваете мне? Хорошо, мне нравится продолжать. Каким-то образом, видимо, реально мы подкручиваем ему. Что, а можно мне в дырочку? Ой-о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 й, мальчики. А где я? А я жив? В смысле? А как он тут, блядь, жив? Ой. А как ты жив? Агиман, ты тут? Да. Да все нормально. Агиман, друг. Друг. А ты говоришь, что я враг. Ты помнишь, бери, ладно? Бери пушку. Блядь. Ноги. Ну охренеть. Ну тут крыса, ты не друг. Блин, ну там квантумец настоящий друг, он и сам себя убил. Ты сделал свое дело, и все. Меня это выше убила красная, которая мехакером зовется. Понял. Флавлетис. С древнегреческой это... Член? Это зашибись? Член? Что? Я не говорил член, ну ладно. Вообще член? Нормальные у вас диалоги, пацаны. А вы прям гении, реально, да? Что происходит? О, нормально, победа. Откуда синий вообще? Он лежал где-то и лежал, и перестал лежать. Нет, я дробовишом просто бил всех. Что, офигел? Чё, подойдите сюда нафиг, кто хочет под раздачу, навись. Вот Хачман, а ты чисто просто ни себе, ни людям, да? А я, блядь, меня... Дядь Миша вообще не понимает, кто здесь враг. Он, блядь, не умеет в игру играть, он не знает, как в нее играть. Куда летят пули? Ему каждый раз объясняют, что желтый враг, блядь, он вообще его не трогает. Он дерется со мной. Я пошел драться с этим, он позарит больше всех. Я вообще был под ним, я ничего не делал. Свет меняется. Почему ушел сразу, говорит? Я, говорит, драться пошел. Это ты получил, я тебя не раз ударил. Да-да, расскажешь мне. Ну я тоже. Видите, кто ваш враг? Это зеленый. Я прям на бомбе взорвался. Я похоронил. Плотная такая ситуация произошла. Просто всех убьют. Я вообще не знаю, как стрелять. Поэтому лучше не стреляй. О. Блять. Ага, сосон делай под писон. Почему оружие прям в руки мехакеру потом? Почему оружие не падает мне? Боже, куда ты лезешь? Охренеть, да ну нафиг, я уже сдохнуть его. Я не понимаю, у меня иногда как будто одно хп, а иногда будто 1000 хп. Вот-вот. Отойди. Мы же друзья, Миша. Только я и разрушил. Бля, а... Я не понимаю, почему вот эта херня в него остается, понял? Попадает в него. Не хватает. Че ты бежишь за мной? У них УЗИ. Долбаные гэнгста. Едри. Куда мне смесь запихали? Да мы сейчас просто все... Не нужны. Бля, почему Пантумец стоит на отдельном островке, нам на него все равно? Скажи, а я не знаю, вы почему-то на него хуйбаете, блядь. Ну что это такое за правила игры? Кто красная макаки дал оружие, я не понимаю. Дядь Миша, блядь. Да это макака в агрессию перешла у него. Блядь, я просто принял, Рейдж. Блядь, патрон от Миши. Там зеленый меня еще прогоняет. На нафиг. Так иди сам. Ай, я сдох, все. Да ну нафиг, типа три макака в рейдж перешла. А это красиво. Чё, какая макака? Ты, блядь, жираф. Ну-ка иди сюда, блядь. Пошёл нафиг! А с эти жирафика, рафика, блядь. Сам ты жираф. Блядь, да сколько змей, вы чё, гадюки, ебать? Тут шлангов много, я выжил. Пошёл вон. Блядь, я просто стоял, какой пошёл вон? Ты куда стреляешь?
Сосите змеи в кошелёке. Я чисто на змеиной тяге летаю. Ну и ладно. А вы где там был? Я не понимаю, где он даже был. Я завансил. Да, окей. Что думаешь, а синий? Умный самый? Ну да, я так думал. Просто двоечку прописал. Он просто обнял его. Да, да, он просто это, блядь. 9 миллиметров принял в лобик. Ебать. Хорошая работа. О, лазерная ситуация, она нехороша. Драться же больше нигде, да, Гиман? А, я сам себя убил. Прекрасно, лучший. Ты первый начал, я туда раньше пришел. Да сосон делай под песон. Почему лазер исчез? Да почему синяя мышь за мной гоняется? Так это один тут! А, да? Почему я мышь, если я хочу тебя убить, и ты тут один? Синяя мышь гоняется, или желтая мышь прячется? Я не понял вообще. Я тоже не понял, мы все живы. Ты всех убил! Ага. Мне был в какой-то момент вообще огима... Я просто шел, блядь! Ой-ой-ой, эти яйца, неплохие! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не знаю, как это задоджить. Видимо, там только Дима знает, живет прекрасно, как это. Себя чувствует, только офигенно. Дима знает, как это задоджить. Да, я просто встал под зонтик. Я просто сделал логический вывод, что если встать под зонтик, то все будет хорошо. Туалет, блять, я умер. Что? Меня сквозь эти стеклу не пролетел. Неплохо. Что делать будем? На кулаках. Крыса. Да. Давай. Давай. Хорош. Ай, отлетел. Звездюлей получил. Синий выгреб. Блядь. Дима, будто я. У меня клавиатуру надо новую, блядь. Я просто как в стейке, понял? Good job, блядь. Хорошая жоп. О, палка. Сейчас я хуй доберусь до этой палки. Да ну нафиг. Бля. Хорош. Да ты... Пошел ты нафиг. А чё, Агимана нету, не существует, блядь? Нет. Я джедай. Агиман, насадись на световой меч. Я джедай, я держусь только с безоружными, блядь. А ты пробовал? Эй, эй, эй. Он чуть не сдох. Ну да, чего? Ты отразил... Стой, ты поймал дробину руками и отразил ее в меня. Я правильно? Какие вопросы, я не понимаю. Физика. Дядь Миш, пока ты мне не враг. Я не совсем понял, бля, я в армии служил. Спасибо, дядь Миш, что... Все очень даже реалистично было. Дробина, чтобы человека. Ну да, верим. Меня лазер поджег за жопка. Дурак. Да бля, что это агрессор такой, Яман? Да иди сюда! Ой, долбаные змеи, а? Они как живой щит работают, кстати. Дейнерис и Гимонериан, да, получается? Да. О! Что? Я не понял, а даже как я выиграл, блядь. Он змею как носок использовал. Она как... трастер умер. Лава горячая. Ну и ладно. Выигрывает Агиман, кажется, с такими темпами. Не-не-не. Такими темпами. Не стреляйте, братва. Друг по другу. Друг друга там, блядь. О, эфир, блядь. О! Нет! Нет! Я вообще летаю, блядь, что со мной? Тебе хорошо, ты кайфуешь, тупо отдыхаешь. Я просто на батуте, блядь. Я не умер, ребят, я просто на батуте прыгаю. Да. А можно оружие поближе? Я там летаю, я винтовку подкину рано или поздно кому-то, подождите. Вот это ты порозишь его, вот это тебе оружие, конечно. Она в цепи сбивает, это хорошо. Дим, ну по-моему тебе... Да, у меня шанса нет, у меня оружия нет, блядь. Ты выживал. Оружие как у него. Это был красивый бой. Я просто стоял и ждал, типа, ну скоро. Я чисто прохожу, к мамаче их бью и ухожу обратно. Блядь. Чё ты думаешь, зеленый, все хорошо? Бля, какой я бот?
Ты дурак, Димон, что ты делаешь? Кто ему этот ствол доверил? Я не понимаю, я вышкой на тебя, а стреляю от себя. Что за приколы? Это как говоришь, на меня переводишь на себя, то же самое. А, ребят, ну что ж, на этом все. Это был Stick Fight The Game. Как вам все, репчите в комментариях. Не забывайте про подписки на канал. С вами был Квантус, это был Гиман Медалист Мехакер. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока-пока. До свидания. Пока-пока.